Вот этот thank you, это был созданный тобой? Я вообще в целом человек простой. Я обычно все копирую. Даже, наверное, 99,9% я копирую, но я всегда улучшаю. И оно работает. Вот этот именно thank you видос, мы его взяли у каких-то русских ребят. Так. Они сняли спасибо. Ага. Но они сняли это, знаешь, типа где-то на кухне, там еще где-то, да. Ну, типа стрёмно. Ну, такой вайб, как бы, знаешь. И он, кстати, не очень зашел даже у них. Ну, как-то так. А у нас прям, ну, пиздец. Сейчас же весь мир переснимает этот thank you. И есть ребята, которые пересняли thank you здесь, в Дубае. У них он зашел на 85 миллионов. И они пересняли, знаешь, с нашим голосом. А они просто как бы взяли, ну, типа, в видеолипе или где-то в иншоте, да, наложили, типа, наш голос, даже не говорили сами. Честно говоря, вот в жизни, я думаю, что надо копировать, потому что если никто это не снял, то, скорее всего, оно нахуй никому не надо.